На Комсомольской 13 столкнулись два автомобиля. Две Toyota East. Водители спорят по вине. Аварию оформлять будут сотрудники ГИБДД. Авария случилась после полудня. Водители ожидают прибытия сотрудников ГИБДД. Между собой не ругаются, но у каждого участника происшествия своя версия ДТП. Таксист утверждает, что двигался с Комсомольской в сторону Океанского проспекта. На перекрестке в Ист въехала тезка. Автомашина такого же производителя и типа кузова – Toyota East. Только другого цвета и года выпуска. Вдвоем выезжали с одного и того да, же… Да, да. Перестроилась она в крайнюю правую, а потом резко в левую. Все, вот в эту полосу, где я сейчас стою. Угу. По-вашему, кто прав-то виноват? Ну, я прав, считаю. Почему? Потому что она перестраивалась в мою полосу. А девушка считает по-другому, да? Ну, я не знаю, наверное. Ну, потому что она так мне сказала, что как я хотел так проскочить, я понял, что даже не буду объяснять ничего. Оппонентка таксиста за объективом видеокамеры пояснила, две «Тойоты» ехали с Комсомольской. Таксист направлялся вверх, в сторону Океанского проспекта, к кольцу Первой речки. Она на своей «Тойоте Ист» решила повернуть налево на перекрестке, чтобы далее катиться по Хабаровской. Перед совершением маневра включила соответствующий поворотник. Таксист, вместо того, чтобы объехать тезку справа, обрулил «Тойоту» слева и, как итог, мордой зацепил переднюю часть темного хэтчбека. В результате происшествия машины получили различные повреждения, но не столь критичные. Две «Тойоты Ист» на ходу. Спор автомобилистов разрешит наряд ДПС.